Всем привет! В общем, сегодня приехал я в такие красивейшие места на рыбалку, опять на скалы. Хочу половить сазанчиков, ну, в принципе, не знаю, что будет ловиться. Порой здесь и амур неплохо ловится в этой яме, вот куда я именно сейчас приехал. Но пока непонятно, будем смотреть. Сейчас собрал я 4 закидушки. Потом, когда я их установлю, сразу закормлю хорошо, потому что я здесь сегодня на один день. Прям сразу обильно закормим и будем смотреть, какая рыба соберется. Плюс здесь есть перекат, соберу спиннинг, ну и попробуем жереха поймать. В общем, я еще сегодня сюда приехал с такой целью, именно поймать рыбу, чтобы ее попробовать закоптить. Дело в том, что на днях мне компания Hobby Smoke прислала такую портативную коптильню холодного копчения. Сейчас я вам быстро покажу ее. Пришла мне вот такая посылка, в которой находился целый комплект для холодного копчения. Это конденсатосборник, который собирает излишнюю влагу и которую можно будет потом сливать при помощи кранчика, который устанавливается снизу. Сам дымогенератор, размер которого у меня идет 2+. Ну и также в комплекте мне положили щепу. Компрессор с регулировкой подачи воздуха. В комплекте также идет инструкция по сборке, ну и всевозможные монтажные шурупы и болты, гайки, в общем, все, что вам нужно для того, чтобы собрать этот комплект. Ну и ящик из фанеры на 90 литров, на сборку которого у меня ушло буквально 20 минут. Ничего здесь сложного нет, все очень просто. Я даже не смотрел инструкцию абсолютно, когда собирал. Ну а также вместе собираются конденсатосборник и дымогенератор. Вот так выглядит сам ящик уже в сборе, в который устанавливаются еще перекладины. И также есть крючки, чтобы подвешивать туда то, что вы будете вялить. Вот так в сборе это все выглядит, полный комплект. На сайте Hobby Smoke, ссылку на который я оставлю в описании под этим видео, вы найдете полностью такой же комплект, как у меня. Также там есть дымогенераторы различных размеров. Ну а также с сайта Hobby Smoke вы сможете заказать не только такой ящик, как у меня, такую емкость из фанеры, но и также металлическую емкость такого же объема из нержавейки. Вот так все это выглядит в сборе. Ну а мне осталось только наловить рыбы, чтобы попробовать ее закоптить при помощи этого дымогенератора и посмотреть, что получится. В конце этого видео я буду коптить пойманную рыбу, так что не переключайтесь, в конце все посмотрите. Вот так, в общем, я все это дело собрал по-быстрому. И теперь эта коптильня стоит, ждет дома, когда я приеду с рыбой и буду ее коптить, как раз испытывать ее. Посмотрим, что из этого получится. В приоритете жереха поймать какого-нибудь такого не очень крупного, попробовать закоптить. Не знаю, в принципе, и сазана можно, и амура. Ну, что поймаем сегодня, то и попробуем. В общем, какую-нибудь возьмем рыбу, попробуем закоптить в этой коптильне. Заодно ее протестируем, как это все дело работает. Ну, а я пошел расставлять закидушки. Все, посмотрим, что сегодня здесь сможем поймать. Надеюсь, что клев будет отменный. Кукурузу готовил на другую рыбалку, но не получилось поехать. Поэтому она у меня сейчас замороженная
с морозильника вытащил. Опа. А вот это был жерех. Малька бьет. Лишь бы не было много карася, который не даст рыбачить. И ничего не говорю, на карася тоже рыбалка интересная. Но хотелось бы что-нибудь покрупнее половить сегодня. Видите, еще замороженное. Почти сутки как вытащил из морозилки. Она все еще заморожена. Вот она, кстати, и когда горячая, долго остывает. И вот замороженная тоже очень долго размораживается. Сейчас возьму прям вот этот замерзший кусок, вот так заброшу. Как раз он разморозится. И в одном месте будет лежать более-менее. Малька здесь много. И уже такой довольно крупный. Ничего себе, они там нападают на кукурузу. Бросаю, толпой налетают. Опять здесь поклевка. Ё-моё, нифига там поклевка. А я еще даже подсак не вытащил. Камеру устанавливаю подводную. Ё-моё. Ну, это сазанчик. Видимо. А может и амурчик. Дергается как сазанчик, конечно. Сазанчик. О, какой светленький. Сейчас, в общем, мы его посадим в садок, так как я говорил, что хочу закоптить какую-нибудь рыбу. Посадим в садок пока что. А потом, если что-то другое поймаем, этого отпустим, в общем. Ну, выберем сегодня рыбу. Ну, вот такой нормальный сазанчик. Упитанный. Мощненький. Отцепился, что ли, уже? Ну, да. Такой. Хороший. О. Сейчас мы его в садок. Начинается, кстати, ветер. Такой уже приличный. Но в этих местах это
нормальное дело. Здесь ветер практически всегда. Редко, когда его не бывает здесь. А все поклевки, ох ты, хотел сказать, на одну и ту же закидушку, и тут еще одна клюнула. Не понял, и леска прослабла. Слетел, а как дернул-то хорошо, видели? Ну блин, катушка зажужжала. Кукурузы нет, все. Ставим здесь опять, значит. Я не успеваю ничего сделать. Опять поклевка. Опять сазан. И опять на ту же закидушку. Нет, надо здесь оставить. Офигеть. Чё себе, чё это такое? Нифига себе! Эй, кто там? Ничего себе! Такой же сазанчик. Ну, они, конечно, мощные. Мне поначалу даже показалось, что это амур. Встал такой, уперся. Ну что, давайте тоже в садок. Пока. Заодно посмотрим, сколько мне удастся сегодня наловить рыбы. Это не крупный, конечно. Ой, вы не прыгай. О, какой. Не, такого в садок не буду сажать, точно. Давай, гуляй. Ничего не успеваю сделать. Туда пойду, поклевка. Сюда пойду, поклевка. Ну, просто хорошо закормил, видимо, поэтому. Брал я наконец-то спиннинг. Сейчас будем пробивать вот этот перекатик. Пока для начала поставил легкую вертушку. Потому что здесь вблизи буду ловить. А потом вот там есть два больших камня. Сейчас их не видно, потому что они затоплены. Вот за ними там обычно жерех крупный стоит. Блин, сильно что-то я ослабил фрикцион. Да что такое? Что-то там легко идет. Никого нет, что ли? Ой, что это было? А, груз, похоже, на месте лежал. Блин, сошел или нет? Вообще понять не могу. Что это такое? А, сошел, наверное, либо карась, непонятно. Сошел, но что-то у меня с катушкой случилось, не знаю, нормальная катушка была, разматывал сильно, тянул. Ну,
сошел каким-то образом. На вертушку не очень здесь удобно ловить. Поставил силиконку. Сейчас попробую прям вот оттуда сверху по мелику протащить. Есть. О, блин, хорошо взял. Так, где там подсак? А, я же унес, ё-моё. Я же за рыбой бегал, подсак унес. А здесь я так просто не смогу на берег вытаскивать с такой плетеночкой. Здесь подсак нужен. Блин, до подсака пойдемте. Или получится? Вроде бы не сильно крупный, да? Давайте попробуем. А, не, хороший такой. Ну, более-менее. В садок его. А потом... Потом, наверное, сазанчика отпустим. А жереха оставим. Как я и сказал, здесь перезакидывать надо вообще постоянно. Потому что карась сдирает кукурузу очень легко с крючка. Вот я все 4 вытащил, все 4 пустые. Так что они просто бесполезно стоят. Сейчас попробую пожестче искать кукурузу. Блин, и жерех бьет. В общем, рыбалка такая сегодня трудовая. Буду одевать, в общем, по 2 штуки. Хоть крючки сегодня у меня не особо крупные. Но, блин, что-то надо делать. Ну вот кто это? Только что сидел. Дергал здесь. И вот это уже дергали. Достаешь — никого. Поклевочка. Да, блин, за камни цепляется. Из-за этого, наверное, исходы. Такая поклевка была хорошая. Блин. Камней много утаскивает. Ну, как грузило у меня скользящее. Оно остается на месте, он утаскивает. Получается, леской везде за камни цепляет. Из-за этого не получается нормально мне его подсечь, вытащить и так далее. Решил попробовать поплавочку туда побросать. Течение прям, где рыба стоит. Здесь поклевки сразу, блин, мелочь не дает покоя.
Сейчас посмотрим, может быть, на ходу схватит кто. Ух ты, ничего себе. Офигеть. Так, ладно, это пусть остается. Подсак нужен. Блин, и удочку свою зацепил. Сазанчик мелкий опять. Сошел. Вот интересно, почему они слетают? Видимо, крючки у меня не очень. Слишком маленькие. Надо было, наверное, покрупнее поставить крючки. Уже 3 схода было. Я все-таки думаю, что это все из-за крючков. Потому что я не знаю, не думал, какую рыбу здесь буду ловить. Смотрите, и на поплавок клюет. Не знал, в общем, какую рыбу здесь придется сегодня ловить. Поэтому крючки вот такие поставил, средненькие. Ну вот сазаны с них слетают. Надо будет, наверное, сейчас переделать. О! Ну... Но это не сазан. Это карась, видимо, там засел. Видно, там какая-то рыба прям он плавает. Горбы видны огромные. Обычно амур так плавает. Наверное, амур подошел тоже. Но пока что-то... Поклевок не особо. Ну, хоть карася-то вытащу. Кто-то там сопротивляется. О, это жерех, что ли? Или вобла. Жерех, маленький жерех. На кукурузу клюнул. Ну вот слетает и все, рыба. Вот это вот уже 4-й сошел вот так. До берега не доехав. Сейчас посмотрим, кто это здесь клюет так. Без остановки. Оп, сюда иди. Вобла. Эй, вот они у меня там все и съедают. О. Ну-ка, еще попробуем. Вон там плавают, прям видно. Поверху горбы какая-то рыба. Вот туда, если наверх залезть, будет видно, кто там плавает. Но прям видать, что рыба какая-то ходит. Моментальная поклевка. Оп, сюда иди. Рыбы прям в изобилии. Смотрите, какая крупная. Офигеть. Не хочу ее на горячие камни вытаскивать. Сама выпрыгнула. Смотрите, какая крупная вобла. Прям огромная.
кукурузу стырила. Сейчас пойду за кукурузой. Закидушки тоже. Та же самая рыба дергает сейчас. Мелочь. В общем, вот такой рыбы здесь сейчас точно полно. Конечно, столько накормил. Сюда она сейчас собралась стаями. Попробую сейчас покрупнее чуть кукурузку одевать. Может быть, будет смысл. Кто знает. Сразу же поклевка. Моментально. Ух ты, блин. Как сопротивляется. О, ничего себе огромная. О, вот это вобла. Ай-яй-яй. Ну давай сама свали. Ничего себе. Такая и на завялку пойдет, смотрите. Офигеть, кабан. О, ничего себе. Но этим заниматься я пока что не хочу. Именно рыбу вялить. Сегодня я настроен рыбу на копчение наловить. Таких тоже можно, конечно. Сейчас, если поймаю прям вообще такую отменную с полкило, можно будет тоже взять. Ох, ничего себе. Надо же. Ох ты, ничего себе. Слушайте, ну-ка давайте-ка, раз уж я коптильную буду испытывать, давайте-ка мы ее по полной испытаем. Сейчас еще парочку вот таких воблочек возьмем. Ничего себе, утащил. Стоять. Куда собрался? Блин, и тот зацеплю сейчас тоже. По-моему, рыба уже ушла. А нет, кто-то там бьется. Но похоже, что мелкий. Блин. Опять сазанчик. Не крупный. Так, все. Тихо. Не шевелись. Вот такой вот. Не крупный. Таких я, конечно, забирать не буду. Ну что, продолжим. Уже не стесняюсь кукурузу покрупнее ставить. Ё-моё, просто сразу же поклевки, даже ждать не приходится. Так,
Ну, это мы уже будем считать не очень крупной. Хотя вон она какая. Тише, тише. Так. Нам нужно покрупнее сегодня, раз уж они здесь клюют. Ой, ё-моё, вот они огромные. Ну всё. Так. Там дербанит. Ну ё-моё. Ну, хорошая, ну ладно. Отпустим тоже. Так, это мелкая. Да, блин. Так, огромная кукуруза на маленький крючочек. О, ну-ка, проверим. Даже не сомневаюсь. Только вот поплавок будет путаться у меня сейчас. Ух, как она прет, а! Нереально. О, вот это кабаняра. Вот это кабаняра. Ну чё? Да не, все, хватит, наверное. И воблы, наверное, мне хватит. Сделаю как раз одного сазанчика, одного жереха и одну воблу. Ну, чисто на пробу первый раз. А потом уже будет понятно, какую лучше рыбу коптить в этой коптильне. Да ну нафиг, сразу же. Это просто сумасшествие какое-то. Без остановки вообще. Эй, ну ты чё? На такую большую кукурузину, а? Thank you.
Здесь та же история. О, здоровая какая. Ничего себе. Вот это другое дело. Блин. Просто монстр какой-то. Так, сейчас дергаться будет. Ё-моё, нифига себе. Чё это там, сазанчик? Так, ты сваливай. Блин, рука вся скользкая. Кто ты там такой? Ох ты, сошел, блин. Ну вот, блин, крупный был. Я же говорю, слетают и все. Что это? Чешуя даже осталась. Какая-то маленькая. Слетают и все они с этих крючков. Ну правда, я здесь чуть начал сильно тянуть, потому что он вот под эти пошел. Блин. Сколько же здесь этой воблы, а? Просто немерено. Поплавок не успевает подняться даже. Уже ложится. Во. Только хотел сказать, даже с этого крючка не сходит, с маленького. И сошла. Ну, говорю же, такая же. Довольно хорошая вобла, такая крупная, жирная прям, не знаю, пузо толстая, как будто бы с икрой, кажется, фиг знает. В общем, здоровая. Кстати, ну что такое? Ну вот как так? Вы видели? Как вот такой камень можно было стащить? Ну-ка посмотрим, рыба-то есть там у нас еще нет. Там я камнем прижал. Что у нас здесь? Нет, вся рыба здесь, как ни странно. Все здесь. Я думал, если честно, что они уйдут. Но был бы сейчас вечер, сазан бы точно ушел. Он, видать, более-менее где глубина держится сейчас. А вечером он бы выпрыгнул, это 100%. Ну вот как это могло случиться? Я даже не представляю. Как можно стащить было? Ну-ка, вот так, может быть, посильнее натянуть. Ой, не знаю. Ну ладно, рыба на месте, хорошо. Да, вобла здесь, конечно, лютует. В прошлом году эти места были заняты карасем полностью. А в этом году воблой. Сейчас следующий перезаброс. Попробую прямо вон туда подальше в течение забрасывать. Конечно, будет сносить немного. Ну, максимально, насколько смогу, в общем, забросить. Настолько заброшу. А так, вон, смотрите. Лапти какие.
все, в общем, сегодня я нарыбачился уже. Пекло началось, клев вообще выключило. Ну как, это вобла, она клюет просто без остановки. Закидушки также обдирает кукурузу моментально на поплавок. Там вообще вот так одну за одной сидишь. Просто уже всего не снимал, это просто безумие какое-то. Здесь вот этот мой огромный садок можно, блин, за день полный, наверное, ей набить. Ну я на сегодня свою миссию выполнил. Наловил рыбу, чтобы закоптить сегодня, попробовать. Вернее, сперва я ее подготовлю. Коптить буду не сегодня. Так что, ну, если кому интересно, не переключайтесь. Сейчас я отправлюсь домой, заберу рыбу и попробуем ее закоптить в этой коптильне. Посмотрим, что из этого получится. Поехали. Рыбу я почистил полностью, разделал. Сазана, жереха, ну и также воблу, которая осталась одна по итогу у меня. Вторая куда-то из садка свалила все-таки. Я ее сделал вот так вот открытого типа, с чешуей, все как положено. В общем, засолил я рыбу на 3 дня. Затем вымачивал порядка 6 часов и подвешал завялиться на ночь ее буквально. Ну и после того, как она подвялилась, я ее уже загрузил в емкость для копчения. Подключил компрессор к электричеству, загрузил щепу в дымогенератор, затем поджег. Ну и в принципе началось само копчение. Дым моментально пошел в емкость. Я ее закрыл, ну и стал дожидаться, пока рыба приготовится. С конденсата сборника вот так вытекала влага. Я оставил кранчик немного приоткрытым, ну и она постепенно капала. Таким образом влага не попадала в емкость для копчения. Уже к вечеру, спустя 7 часов, я открыл емкость, ну и уже увидел, что в принципе моя рыба готова. Вот так вот все это красиво выглядело. Попробовал я и жереха, и сазана. И я вам так скажу, что в магазине вы такого точно не купите. Сколько раз я не покупал копченую рыбу в магазинах различных. Такого вкуса точно там не было, я вам скажу. Это просто очень вкусная рыба получилась. Так что, кому интересно, переходите на сайт Hobby Smoke. Ссылка в описании под видео. Ну и выбирайте себе дымогенератор, можно с емкостью, можно без, если у вас, допустим, имеется какая-то своя емкость для копчения, любая бочка, либо еще что-то. Можно просто заказать дымогенератор, просто проделать 3 отверстия, ну и закрепить на любой емкости, и все так же у вас получится. Ну а на этом все. Всем огромнейшее спасибо за ваши поздравления под моим прошлым видео. То, что вы меня поздравляли с днем рождения. Даже не ожидал, что будет так много сообщений. В общем, всем огромнейшее спасибо за ваши пожелания, за ваши поздравления. Буду стараться и дальше радовать вас своими видосиками. А на этом все. Всем до встречи. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.